Привет! В эфире Телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по эфирному пространству ЛРТ. Премьера телепроекта и захватывающие ленты – все это ждет наших зрителей на этой неделе. Все подробности у меня. Поехали! Кто-то мечтает найти новую работу, кто-то похудеть, а некоторые обзавестись семьей и встретить свою вторую половинку. На ЛРТ стартует проект мечты для многих представительниц прекрасного пола. К сожалению, принцев мало и на всех их не хватает. Поэтому российским претенденткам на счастливое замужество придется приложить немало усилий в жесткой конкуренции. В основе новой программы – любовные отношения, флирты и брачные игры. Настоящие страсти между российскими девушками и их потенциальными женихами из Америки. Старт проекта смотрим во вторник, а затем по будням. Здесь, в роскошном особняке на Майами-Бич, они встретятся с русскими невестами. Их ждут свидания, сюрпризы и возможность показать свои чувства. Но каждую неделю одна из девушек должна уехать домой. А ее место займет новая невеста. Вечер четверга проведем ярко и зрелищно. Человек с бульвара Капуцинов, комедийный вестерн от постфильма «Не даст соскучиться». В одном из ковбойских городков Дикого Запада появляется тихий миссионер кино «Мистер Фёрст». Неведомая прежде ковбоям синема до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки. Правда, позднее благородный мистер Фёрст будет изгнан недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда не смогут забыть, что на свете есть великое искусство – кино. Легендарную киноленту смотрим 28 ноября в 22:00. В тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов на сеанс к люмьерам. Синематограф. Вот. Тот мессия, который способен изменить все. Он сделает нас чище, лучше. И вот ради этого я готов принести в жертву все. Добро пожаловать в капкан. Остросюжетный криминальный триллер не даст нам скучать в завершении рабочих будней. Бывший преступник Джейкоб вынужден вернуться из своего убежища. И вот, наконец, у детектива появляется шанс поймать этого бандита. Соперники снова меряются силами, но сталкиваются с более глубоким преступным заговором, с которым вынуждены бороться, чтобы выжить. Получится ли у них это, увидим в пятницу в 22:00. Досталось тебе? Бывало и хуже. А зачем дом с землей сравнял? Он был убежищем. Я подумал, пусть лучше сгорит. Если тебя это утешит, выглядишь хорошо. Там свежий воздух. Угу. Зачем борода? Карен попросила отпустить. Да что ты, стал похож на дипломата. Я-то побреюсь, а у тебя мурло как было, так и останется. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Субботний вечер проведем с фантастической, трогательной историей. 7 дней на земле рекомендую для семейного просмотра.
Когда симпатичный, вечно юный ангел-хранитель узнает, что ему больше не нужно охранять красавицу Аманду, он внезапно открывает в себе странное чувство. Чувство, которое не позволяет забыть о ней ни на секунду. Хоть и ангелам это совсем не положено. Только одна проблема. Хранитель знает девушку даже слишком хорошо. Но ведь он для нее совершенно незнакомый человек. Сможет ли он покорить свою избранницу? Увидим 30 ноября в 20:30. Парень, с которым у меня было свидание, он бросил меня, просто исчез, не сказав ни слова. Я встретила двух парней в течение 2 дней и умудрилась потерять их обоих в один. Это просто талант. Наверное, меня сглазили. Даже не говори об этом. Не говори. Вот так. Отлично, теперь с глаз тебя снят. Посмотри, как красиво. Твой цветок. Честь солдата, участь раба, судьба империи. Все это о ленте, которая ждет вас на этих выходных. Действие картины разворачивается во времена расцвета Римской империи. Главный герой после серьезного ранения не смог вернуться в армию. Марк принимает решение наконец восстановить честь своей семьи и отыскать тот самый заветный символ – Золотого Орла. Чем закончится это опасное путешествие, узнаем в воскресенье в 8:30 вечера. Когда я стал центурионом, меня спросили… Где я хочу служить? Я знал ответ до того, как мне задали вопрос. Британия. Британия. Там, где мой отец потерял орла, где я хотел достичь такой славы, что ни один римлянин больше бы не решился порочить его имя. Если я не могу вернуть честь своей семьи на полях сражений, я сделаю это, отыскав орла. Все, чтобы знать о нашем телеканале больше, подписывайтесь на нас в соцсетях, присоединяйтесь к нашей дружной команде и заходите на наш официальный сайт www.lrt.tv. Хорошего вам настроения и тепла в ваши дома. С вами была Анна Троян. Пока-пока.